Смотрите, видео хвастик. Посмотрите, что у меня. У меня тилансия зацветает. Первая моя тилансия цветет. Так она выглядит. Я вот такие цветочки выпустила. Вот знаю, что вот эта тилансия синяя, эта тилансия медуза, голова медузы. А все остальные свои. Вот эту тоже знаю, но она записана, не знаю как, наизусть не помню. И посмотрите, вот это зацвела. Вчера я увидела, что точечки там появились, прям вот точечки сиреневенькие. И сегодня, пожалуйста, полтора дня прошло, и она уже все в цвету. Цветочки, цветочки. И радостно вроде как, и страшно. Они же отцветают, потом должны дать деток. И потом умирает это растение. Это я побрызгала сейчас. Забрызганное все. Весь аквариум забрызганный. Жарко, очень жарко сегодня. Прям мокро аж. На улице невозможно. Я не знаю, 40 с лишним градусов точно. Хотя пишет 36, но там явно не 36. Вот такая красота. Сниму еще своих красоточек. Ой, ой, сейчас упадет. Эть, упала. Вот одна. Я заказала вот такие. Ну, я не знаю, это для аквариума. Я не знаю даже для чего. Корм, наверное, сыпать туда. Мне как-то понравилась такая идея. И вот я их теперь в них размещаю, им замечательно. Синюю я обложила мхом, потому что она дает корни, она вообще растет. Она росла у меня в земле, но почему-то сгнила. Корни сгнили, не переувлажняла, ничего, не знаю от чего, почему сгнили. Я ее взяла, поставила в мох сфагнум, вот так засунула ее. И все, и теперь пообрызгиваю. Иногда просто вот полностью вот так вместе, не вытаскивая, прям вот так засовываю в воду. Ну вот как свои, когда купаю вот эти тилансии бескорневые, которые. И тогда же как купаю вот эту. И все, и она замечательно стала расти, прекрасно ей здесь все чувствуют. Без земли, без ничего. Просто мох сфагнум. Решила спасти. Думаю, а вдруг спасу. Спасла. Живет уже, я не знаю, сколько уже. Ну, прям, наверное, месяца полтора уже точно. И замечательно листочки себя чувствуют. И вот этот вот новый, вот так видно. Вот он, маленький листочек. Это вышел уже вот здесь, сидя вот здесь. Так что прекрасно себя чувствует, я прям рада. Но это знаете, что я купила вот эту тилансию синюю, то она была уже отцвела и дала детку. И там детка была прям. Вот это вот осталась детка. Большую, когда вот это она сгнила вся у меня, отвалилась, я большую взяла. Прям отодрала я прям жестко, когда она уже отвалилась у меня, мне уже спасала просто. Я взяла, отодрала всю ее и оставила только вот эту детку. И вот она, детка, она пошла. Прям я вижу, что ей прекрасно здесь, она себя чувствует. Так что так и будет теперь у меня расти. Вот так. А, нет. Ну, короче, вот так хвастик у меня, хвастик. Вот, и вот эти. А это одну мне. Я покупала тилансии, и мне продавец подарила. Это умирает вот этот вот мамка, вот она. А вот эти детки пошли в рост. И она стала меня спрашивать, говорит, вы тилансии берете, вы соображаете, что с ними делать? Я говорю, честно, еще пока нет. Она говорит, ну вот если хотите поиграться, вот возьмите, поиграйтесь. И я поигралась, и вот они прям уже зелененькие. Что-то я не пойму от цвета. Вот они зелененькие, маленькие, прям куча деток. Сама мамка такая полудохлая, но она
и не живая, и не мертвая. Но детки растут, себя прекрасно чувствуют. Вот она у меня здесь живет. Пока вот здесь живет. Сейчас придут вот эти вот стаканчики. Я заказала много себе стаканчиков. Придут стаканчики, я повешу. Будут они у меня там жить. Ну, все. Такой хвастик у меня сегодня.